И снова здравствуйте, уважаемые подписчики нашего канала. Сегодня покажем очень интересную вещь. Это плазморез, работающий на воде. Горелка работает за счет воды. В пистолет заливается обычная водопроводная вода. Под действием электрического тока происходит разложение воды на водород и кислород. И под действием электродугового разряда происходит его воспламенение. А еще раз туда. Сейчас надо разогреться, вода охлаждает. Для резки и сварки металла не требуется сварочных электродов и газовых баллонов. Все эти элементы заменяет обычная водопроводная вода, залитая в этот пистолет. Под видео оставлю ссылку с техническими характеристиками этого агрегата. Вода нужна для я тебе сегодня обещал познакомить тебя с теплой земной девушкой. А та была просто роботом. Смотри, и все девушки сразу убегают, потому что что, правильно? Не хотят с тобой знакомиться, потому что ты железный, черствый и холодный. Я очень добрый. Добрый? Очень добрый робот? Сейчас я тебя познакомлю. Уже видишь, да, что я подхожу с девушкой? С земной девушкой. Как зовут, привет? Надя. Надя. Не сейчас. На стенде «Феникс Контакт» вы можете увидеть клеммы отечественного производства и клеммные сборки, поставка которых началась в апреле этого года. Производство электромеханических и электронных компонентов «Феникс Контакт» сделано в России. Электроскутер или электросамокат.
Под сиденьем находится литий-ионный аккумулятор. Электромотор находится непосредственно в самом колесе. Спасибо за внимание. Ставьте лайк, кому понравилось видео.